Окей. Так, мы тут в условиях, в которых, если я буду что-то играть быстро, оно будет хрустеть все. Поэтому нужно звучок, который тянется долго. В принципе, за Родосом даже трезвучие звучит очень приятно. И, собственно, можно, взяв пару трезвучий, пару-тройку, пускай будет до мажор, фа мажор, соль, ну там еще ля, и все. И мы сейчас возьмем 2-3 фишечки, которые на каждое трезвучие можно накинуть, и попробуем их замиксовать. Ну, во-первых, каждое трезвучие можно с 9-й, 2-й, пускай будет вот такая форма для каждого, фа, соль, ля, и вот такая идея, когда мы форшлагом целлотоновым зацепляем 2-й и 3-й пальцы. Уже можно, в принципе, на одном этом. Получить прикольный звук. Дальше мы у каждого трезвучия можем зацепить 7-ю, 6-ю и домой. Такой риф стандартный. Ну, у минорного можно то же самое, что от до мажора. Пробуем вместе. Гош, как тебе? Ты же не просто человек штатив. Охуительно. Скажи. Да я же не могу это на канал теперь выложить. Ты можешь запикать. Не умею. Так, теперь что бы сюда еще накинуть? Советы, Гош, давай. Чего не хватает? Сделай что-нибудь повыше, чтобы как колокольчики были. Колокольчики? Это ж как электрогитара. Там надо на самом верху, чтобы перегруз был такой. Так. Давай. Это все-таки что-то не хватает. Раскрой в себе рокера. Не, рокера? Ну да. Нет, тут рокера. Не-не-не, вверху наоборот, рокера все. А, точно, если рокера, то можно же еще взять что-нибудь вот на том же ля миноре. Вот риф наподобие того, что был в мажоре, только с третьей минорной. Пускай мы, чтобы оставаться по беленьким, почти по всем, да? Хотя, можно же по всем, можно же в ре миноре, что-то я туплю. Рокеры, теперь ты меня сбил с изначальной идеи. Давай вернемся к изначальной идее, добавив эту же фишку. Получается. А, и ты выше хотел, да? Опа. Одна и та же примерно позиция каждый раз перетаскивается или то есть в басу каждый раз просто тоника, и мы хотим одну и ту же позицию в состоянии построить автоматически. А зефир. Охуенно. А покажи нравится? Что-нибудь еще ненапряженное. Ненапряженное это что? Вообще ненапряженное. Ну. Типа. Так, а ты скажи, когда снимать будешь, что делать? А я уже давно снимаю. А что показать? Представь, что ты записываешь саундтрек к фильму Линча. О, я ничего у него не помню, кстати говоря. А вот представь слона. Главное, чтобы не зеленого слона. Не, серьезно. Давай более конкретный референс. Я понимал, более знакомый. Блять. Что ты все ругаешься, томатом?
короче, покажи, что будет, если нажимать очень мягко, потому что там, если мягко, то звук раскрывается очень... Мягко? Да, мягко и медленно, как бы. Мягко достаточно? Good, good. Ой, это не мягко, это не мягко. Ты слишком напряжен. Так, я в режиме что-то надо показывать. Я в режиме, у меня руки устали. Все понял, слезай.